Каспийск занял первое место среди городов Дагестана по эффективности деятельности органов местного самоуправления. Общая сумма гранта на поощрение муниципалитетов победителей составляет 25 миллионов рублей. По информации Минэкономразвития Дагестана, среди городских округов лидирует Каспийск. На втором месте Избербаш и на третьем Махачкала. По итогам 2015 года в Каспийске обеспечен прирост по показателям социально-экономического развития. В городе близится к завершению строительства школы на 1000 мест в новом микрорайоне. Также идет к завершению строительства двух дошкольных учреждений и социально-экономических объектов и объектов инфраструктуры. В прошлом году поступления в местный бюджет по налогам составили более 300 миллионов рублей. За счет частных инвестиций на территории городского округа построен трехэтажный спортивный комплекс. На первом этаже жилого дома инвесторам строится помещение под частную поликлинику стоимостью 20 миллионов рублей. Еще одно четырехэтажное здание частной поликлиники на 500 посещений было введено в прошлом году. Напомним, что Каспийск по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления среди городов также занимал первые места в 2010, 2013 и 2014 годах.